Девятилетняя Таня Соболева на главном в своей жизни конкурсе презентует многогранные способности и впечатляющие таланты. В одном из этапов «Мини-мисс 2018» красавица в наряде белорусской тематики рассказывает про свою малую родину – Ивановку. Пять конкурсанток из разных уголков Бобруйского района на сцене Центра культуры соревнуются в нескольких номинациях – дефиле, визитная карточка и демонстрация талантов. Прежде чем предстать перед зрителями в сияющем обличии, каждая мини-леди проделала большую работу. Создала эксклюзивный образ, прорепетировала уверенный шаг и отточила навыки настоящей принцессы. Подготовка проходит длительно и тщательно. Потому что каждой девочке хочется завоевать титул мини-мисс, естественно, одеть корону и предстать перед зрителем во всей красе. Очаровательных участниц, как в настоящем конкурсе красоты, жюри оценивает не только по внешним данным. Здесь рост и фигура – не главные критерии выбора. Артистичность, увлечение и таланты – пожалуй, самые важные помощники в нелегкой победе. С раннего детства надо развивать эстетику, красоту. Какую-то любовь к родине, та же, как и участвует в этом конкурсе, есть такой один из конкурсов, чтобы они потихонечку готовились к будущему. После двухчасового батла красоты и мозгового штурма в оценке «Самое лучшее» настал волнительный момент для каждой конкурсантки. Особенно для Тани Соболевой, которая и стала обладательницей короны «Мини-мисс 2018». У меня все трясется, я до сих пор не могу поверить, я столько рада, но очень счастлива. Я не могу передать те эмоции, которые я сейчас ощущаю. Поддержать девочку важный для нее день приехали сестры и мама. Неля Владимировна для феерического выступления Тани приложила массу усилий. Стала на время дизайнером, хореографом и репетитором. Все для победы дочери. Это мечта, наверное, всех девчонок, а моего ребенка особенно, потому что она к этой цели шла не первый год. Мы участвовали в прошлом году, и в этом году она подготовилась гораздо более тщательнее. И как бы стремилась. Надо стремиться к тому, о чем ты мечтаешь, идти к этой цели. Остальные красавицы получили престижные титулы. Мисс-модница, мисс-артистичность, мисс-обаяние и вице-мисс. Торжественность моменту придали громкие аплодисменты, цветы, подарки и дипломы. Но на этом история юных красоток не заканчивается. Ведь уже в следующем году девочки вновь приедут в Бобруйск, чтобы еще больше покорить зрителей. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.